Всем огромнейший привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Новосветлова Наталья, и сегодня мы вместе с вами полистаем новый каталог лимитированных украшений Норхен. Приятнейшего вам просмотра! Вот такая вот обложка каталога. Листаем. И первое, что мы видим, это у нас очки в жестком футляре и вместе с салфеткой, с кристаллами Сваровски. Надежный тип защиты УВ-400, кристаллы Сваровски, линзы 100% поликарбонат. 1790 рублей стоимость этих очков. Следующие очки также с кристаллами Сваровски, их стоимость 1490 рублей. Надежный тип защиты УВ-400, линзы поликарбонат 100%. Другой формы очки стоимостью 1990 рублей. Тип защиты также 400, линзы поликарбонат. Также идут в твердом футляре и салфеткой внутри. Далее у нас новая коллекция, и здесь у нас появляются часы с кристаллами Сваровски. Стоимость таких часов Фантазия 3 990 рублей. Здесь японский механизм, сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, кристаллы Сваровски и IP покрытие, устойчивое к царапинам и ржавчине. Вот такие вот часы. Следующее, что мы с вами видим, и это у нас колье фантазийный гранат стоимостью 4 790 рублей. Выразительный шедевр. Вот такой вот гранат. На следующей странице продолжение этой коллекции, и к этому колье у нас идут серьги и кольцо. Очень интересно, на этот раз сделан каталог, что украшения очень-очень увеличены, и прямо их можно хорошо рассмотреть. Кольцо фантазийный гранат со вставкой с гранатом. И начинается с размера 16 по 19 размер, 2 490 рублей. С такой с покрытием эмалью, очень на лето будет красиво. И серьги 2 990 рублей, гвоздик. И здесь у нас, конечно, гранаты. Как вам, какие украшения? Пишите обязательно под видео. Как вы считаете, какая серия закончится быстрее? Далее у нас коллекция с желтым авантюрином. И здесь у нас колье янтарный. Авантюрин, 2 490 рублей стоимость этого колье. Такой вот фантазийный, с пчелой, с цветами и вставка желтого авантюрина. Можно, кстати, как брошку еще, то есть такое украшение, или это отдельно брошь, или это колье превращается в брошь. Просто снимите цепочку, прикрепите кулон к кофте или платью. Очень классно, что здесь у нас вот это ушко для цепочки, а здесь у нас получается, что брошь. Очень функционально, два в одном. Следующее, это у нас продолжение этой коллекции, янтарный авантюрин. И висячие такие серьги и кольцо. Такая серия фантазийная. Стоимость серег 2 490, а кольцо начинается с 16 размера по 19, 2190 рублей. Как вам? Далее, здесь у нас представлена коллекция с земляничным кварцем «Пробуждение романтики». Это уже коллекция, которая была. Я из этой коллекции покупала серьги и колье, очень довольна. Очень красивая серия.
Здесь у нас колье стоимостью 3 490 рублей, кольцо стоит 2 990, серьги 1 990 рублей. Кольцо начинается с 17 по 20 размер. Очень красиво смотрится эта серия. Следующее, это уже новые часы. Часы Грация с кристаллами Сваровски. Здесь 4 кристалла Сваровски на мягком таком кожаном ремешке. Красивые, такой в пудрово-розовой гамме. Стоимость часов 2 990. Все так же сапфировое стекло, IP-покрытие, японский механизм. Следующие часы. И это у нас уже часы исключительность стоимостью 3 490. Вот такие вот часики. Японский механизм Seiko. А наполовину, видите, как бы жесткий браслет. И потом здесь можно будет немножечко уменьшить. Новая коллекция, символ безупречной любви. И здесь у нас уже вставки зеленый авантюрин, желтый кварц, розовый кварц. Колье стоимостью 2 490, браслет 1 990, серьги 1 490 рублей. Такой вот интересный комплект. Следующий комплект, и он желтым кварцем. Серьги стоимостью 2 190. Кольцо с 17 по 20 размер 1 490, а колье 1 790. Следующая серия, и это у нас серия уже с жемчугом, жемчужная роза, серьги, кольцо и колье. Колье стоимостью 1 490, серьги 1 190, кольцо с 17 по 20 размер 1 190 рублей. Следующая серия, и это у нас серия с кубическим цирконием. Колье 1 190, браслет клевер 890, серьги 1 190 рублей. Еще одна новая серия с белым кварцитом. И здесь у нас серьги и колье. Колье 1 490, серьги 1 290 рублей. Жаль, что на модели не представлено, как смотрится. Дальше еще одна новая серия, и это у нас серия самозанитом, серьги и колье. Колье самозанитом 2 690, а серьги 1 790 рублей. Еще серия новая, и это серия с розовым кварцем. Здесь у нас серьги, браслет и колье. Колье 1 290 рублей, браслет 1 290, серьги 1 490 рублей. Затягивается браслет, обратите внимание. Серьги, гвоздики. И с гранатом, серия «Неуловимый гранат». Стрекозы, висячие такие подвесные серьги, крупные стрекозы. Насколько крупные на модели было бы, конечно, более понятно. Колье стоит 1 290, серьги 1 190 рублей. Серия с розовым кварцем, это у нас таинственный камень любви. Серьги и колье. Колье 1 290 рублей, серьги 1 990 рублей. Озвучиваю вам цены, чтобы вам было визуально, может быть, вам не видно. Это уже серия была «Весенний авантюрин». И здесь у нас такая тоже фантазийная серия. Серьги, кольцо и колье.
Колье 2490, серьги 1990, кольцо 16, обратите внимание, по 19 размер, 1990 рублей. С соколиным глазом, многим полюбившаяся серия. Здесь у нас кольцо, колье, серьги и браслет. Колье 2490, браслет 3790, серьги 2990, кольцо 16 по 19 размер, 1990 рублей. Серия с розовым кварцем. Очень красиво смотрится. Покупала из нее серьги и кольцо. Кольцо 2490, а колье 2490, серьги 2490, кольцо 16 по 19 размер, 1990 рублей. Магия ночи. Очень многим полюбившаяся серия. Много что из нее отсутствует. Мама у меня часы с большим огромным удовольствием носит и кольцо. И колье, значит, 3990, серьги 2990, кольцо 17 по 20 размер, 1990 рублей. Серия с красным турмалином. Очень мне полюбились эти серьги, которые стоят 2990, колье 3490 рублей. Это уже повторяется серия. Часы «Страсть» 4490. На моем канале есть видео с крупно снятыми, со всеми обзорами. И часы, и те украшения, которые уже были. Брошки здесь повторяются. Брошь с раухтопазом, бычок с диапсидом, стрекоза с зеленым авантюрином и улитка с тигровым глазом. Это все повторяется. Есть возможность докупить, что еще не купили. Повторяются вот эти вот все серии, но здесь они собраны, видите, как на одной страничке. Здесь у нас получается, что серия со шпинелем, серия с яшмой, потом с обсидианом. Синяя — это у нас садолит, жемчужный кварц. Здесь вот розовый кварц, а тут как жемчуг. Так, дальше также представлена серия у нас с гламурным топазом. Вот она вся. Тигровым глазом, раухтопазом. Опаловый кварц красивый ношу с огромным удовольствием. Здесь вся информация уже написана во всех сериях. Вот такой вот новый каталог. И вот такие вот часы, наверное, будут пользоваться спросом, я думаю. Как вам? Что вам понравилось? Не обязательно напишите свое мнение, свой отзыв. Что вы думаете, закончится самое-самое первое? Какой будет вообще набор самый востребуемый? Или какой-то вот отдельный вот именно элемент из набора будет самый-самый востребуемый? Интересно ваше мнение. Ну что, я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Всех обнимаю, целую. Всем пока-пока.